Мы пробились в нужном месте. Тише. Осторожней. Это он убил Вангемара. И многих других чародеев. Я знаю, кто это, Цинтия. У тебя хватает наглости жить в одном городе с Филиппой, даже не сменив имени? Филиппа вышла из игры. Она арестована. А меня должны были убить. Но я жив. Так уж получилось. Давай заключим сделку. Ты, кажется, не понимаешь. Ты превратила Трис в камень. Хотя бы поэтому я все еще думаю, не учинить ли с тобой что-нибудь столь же паскудное. Она жива и здорова. Декомпрессия прошла без осложнений. А допрос после декомпрессии? Вы же ее допрашивали. Я видел, как все было. Пара синяков и один только взгляд на орудие пыток. И она начала давать показания. Цинтия, прикажи ему заткнуться, иначе я его убью. Адальберт, молчи! Это приказ! Ведьмак, помоги мне выполнить задание. Открыть мастерскую Дайрхены. А что взамен? Я читала рапорты нашей разведки и знаю многое о твоем прошлом. Ты не помнишь массу любопытных вещей. Я могу заставить тебя рассказать. Не можешь. Ты будешь меня пытать? Мы оба знаем, что нет. Мы еще вернемся к этому. Как пробраться в лагерь Нильфгаарда? Там только один вход. Потом длинный и узкий коридор, полный стражников. Туда не проскользнешь. Ренуальд Айпмадсен выбрал место не случайно. Где Трис? В глубине лагеря. В развалинах старого дома. Ты поможешь мне ее освободить? Это невозможно. Лучше сразу меня убей. Ты не представляешь, что делают с предателями в имперской контрразведке. Чего вы здесь ищете? Вероятно, в мастерской Дайрхены есть книги и документы, необходимые Императорской Академии Наук. Даже не смешно. Ты лжешь. Никто не знает, что мы найдем в мастерской. Дайрхена был гений и такой чудак. Вы-то что хотите найти? Это тайна. Я не могу этого сказать. В любом случае, нам нужна помощь. Мастерская находится под Риданским лагерем. Через него мы не пройдем. Туда можно попасть через катакомбы, но без охраны мы там не пройдем. Я подумал над твоим предложением. Будь по-вашему. Я помогу вам открыть мастерскую. А я взамен расскажу тебе все, что смогу. По рукам? Угу. А здесь могут быть утопцы или родственный им вид, может, другие монстры? Так уж повелось в этом мире, что в катакомбах всегда есть чудовища. Это гули. Обычные дети. Сдохни.
Уборка закончена. Впечатляет. Я выполнил свою часть договора. Надеюсь, что ты сделаешь то же самое. Будь спокоен. Я не крыса, чтобы по каналам лазать. Чего мы тут ищем? Гробы, что ли, какие-то? Может, и для себя что-нибудь стянем? Заткни хайло. Сержант услышит. Опять пойдем говно хлебать. У нас гости. Реданские выродки. Где-то здесь должен быть вход. Если верить нашим экспертам. Айб Дейрхена занимался иллюзиями, в том числе. И экспериментировал с големами. Говорят, с ними можно было даже разговаривать. Стихов они, правда, не писали, зато... Хватит восторгаться. Да, это иллюзия. Я нашла точку привязки заклятия. Отойдите. Лейта, Лейта, Айн Лаун, Лыса Айн Лаун, Лейта Тыр! Могу жечь, могу быть как рыба. У меня нет игл, но говорят, что я колюч. Кто я? Осторожней с ответом, это может быть ловушка. Я ждал этого. Айб Дейрхена был гением, но испытывал склонность к злым шуткам. Совсем как ребенок. В таком случае группа образованных взрослых людей просто обязана дать правильный ответ. Конечно, все просто. Ответ — боль.
Ответ неверный. Нет! Не может быть! Столько лет совместной работы. Зачем мы в это ввязались? Надо идти дальше. Подумать только. Книги, эликсиры. Мой бедный друг. Надо побыстрее закончить с этим делом. Я подношу удары и сюрпризы. Коль зла я, будешь в жертву принесен. Ирония сносить мои капризы. Дарю подарки я, и мной ты наделен. Кто умеет разгадывать загадки? Я в молодости этим баловался, но это было так давно. Может, это вздорный король, который по своей прихоти приносит в жертву людей на войне? Такие капризы бывают только у любовников. И подарки они дарят чаще, чем короли. Госпожа Цинтия в этих вещах разбирается. Я бы ей поверил. Когда-то и у меня была возлюбленная. Обобрала меня до нитки. Может, это любовь? Мне это как-то больше нравится. Ее тоже можно дарить, и она требует жертв. А деньги? Деньги тоже требуют жертв. Люди гибнут за металл. А еще бывают подарки, которые стоят денег. А еще деньги делают богатых капризными. У богатых свои причуды. Богатые тоже плачут. Вы что, думаете, что это игра? Может, вы забыли, что мы играем на собственную жизнь? Судьба. Ответ верный. Нам пока везет. Не всем. Здесь кто-то был. Недавно. Добро пожаловать, конкуренты! Бей их! Осложняется. Они спустились прямо из своего лагеря. Блёды Нордлинг. Еще один страж. Лейта. Лейта. Лаун. Лейта Дыр. Реагирует на заклятие.
День и ночь во мрак гонимы, глаз остер, тверда рука. Три скитались пилигрима, с ними три проводника. Вел их в ночь дракон крылатый, змей, свернувшийся в кольцо, и серебряная дева, что явила им лицо. Днем же светлым их вела драгоценностей гора, где богатством нет конца. Кто-то жаловался, что загадки легкие. Давайте подумаем. Здесь 9 ниш с фресками. 3 группы ниш по 3 фрески. В загадке говорится про 3 проводников у 3 пилигримов. Давайте посмотрим повнимательней, что нарисовано на фресках, и поищем ответа. Я могу высказать свое предположение, но обезвреживать механизм я не стану. У меня нехорошие предчувствия. Я ожидал препятствий потруднее. Пока у нас только детские загадки. Бедный Гаспар. Я не закончу исследование один. Одним психом меньше. День и ночь во мрак гонимы, глаз остер, тверда рука. Три скитались пилигрима, с ними 3 проводника. Вел... Что вы думаете о первой строфе? Песочные часы как символ времени. Дракон, крылатый змей, кусающий собственный хвост, символизирует бесконечность. Значит, это время. Это созвездие, потому что алхимический дракон крылатый. Каждый хороший алхимик разбирается еще и в астрологии. Речь идет о созвездии. Это алхимическая аллегория. Крылатый дракон – символ первозданной материи. Я бы сказал, это клипсидра. Возьму, пожалуй, это. Что скажете о второй строфе? Дева – это цветок, роза. Белая роза – это символ ордена Пылающей Розы. На фреске видно герб, а в геральдике серебряный цвет передается белым. Значит, серебряная дева – это белая роза. Луна в алхимии отождествляется с женским началом и связана с серебром, металлом. На юге орден известен плохо. Зато череп – это символ смерти и нильфгаардской бригады Наузикаа, о которой слышали все нильфгаардцы. Наузикаа может быть серебряной девой. Говорят, что за бригадой следует смерть, а само ее название – это женское имя. Навсекая у нордлингов. Пожалуй, это полная луна. Дайте я. Что вы думаете о третьей строфе? Пропасть. Обрыв. Старый алхимический принцип гласит, что вверху, то и внизу. Загадка говорит о пропасти. Обрыве. Гору надо понимать дословно. Это горный массив Махакама, населенный краснолюдами и гномами. Там добывают массу полезных ископаемых, то есть сокровищ, необходимых каждому алхимику. Гора сокровищ – это должно быть башня. Согласно легендам, в башне держат прекрасную принцессу или прячут волшебные предметы, чтобы их не нашел легендарный герой. К
Гора на фоне неба подходит лучше всего. Я встану здесь. Попробуем разгадать загадку. Занимаем места. На меня не рассчитывайте, я хочу жить. Дело твое. Надо попробовать другую комбинацию. Зараза! Мне все это надоело. Думаю, что это созвездие дракона. Возьму, пожалуй, это. Пожалуй, это полная луна. Дайте я. Гора на фоне неба подходит лучше всего. Я встану здесь. Попробуем разгадать загадку. Занимаем места. На меня не рассчитывайте, я хочу... Дело твое. Обнаружен враг. Нет! Отряд тает на глазах. Они были забавные. Голем! Значит, легенда о Дейрхене – правда? Обычная машина, созданная, чтобы убивать и выполнять приказы. Прямо как наш ведьмак. Ну да. Попробую с ним сговориться. Ты? А что ты знаешь о големах? Големы не охотятся вдоль трактов, как другие чудища. Но в хороших бестиариях и им отводят немало места. Геральт, не сомневаюсь в твоих знаниях, но я все же должна... Сомневаешься. А я хорошо знаю свое дело. Попробую вызнать у него слово, которое его отключает, или обмануть его и спутать ему мозги. Значит, среди нас есть еще и взломщик. Ну что ж, вперед, милости просим. Я не хочу зла. Я тоже. Но знай, все может измениться. Дейрхена, наверное, был очень одинок, если создал тебя таким словоохотливым. Он создал меня стражем. Ни больше, ни меньше. Ты же, пока стоишь там, где стоишь, остаешься гостем. Творец дал тебе какое-нибудь имя? Мое имя – послушание и неутомимая бдительность. Я страж и самый покорный из слуг моего хозяина. Имя голема – это слово, которое дает тебе жизнь и отнимает ее. У тебя должно быть имя. У меня нет ничего своего. Все, что у меня есть, принадлежит моему господину. Как же я могу выдать тебе имя, если я создан, чтобы хранить принадлежащее Создателю? Ты помнишь своего Создателя? Конечно. Меня призвал к жизни мастер Дейрхенна. Я рожден его волей, его могуществом и силы необходимости, которые наполняют мое каменное тело. Дейрхена мертв. Живо его слово. Благодаря ему я существую. Живо его наследство. Его я охраняю.
Империи будут рождаться и умирать. Реки изменят течение. И только я буду послушен единственному господину на вечном посту. Ты не автомат. Ты осознаешь самого себя, думаешь и принимаешь решения. Ты ошибаешься. Я умею вести беседу, могу различать гостей и врагов. Я знаю, как обходиться с теми и с другими. Но все, что я делаю или говорю, ограничено рамками программы. Кроме того, как автомат, я не подвластен чарам. Остановить врага. Надо осмотреться. Здесь лучше, чем я думала. Эта находка — большой успех Нильфгарда. Ждешь повышения? Заметка Дейрхены по истории города. Здесь Дейрхена пишет о штаммах бактерий. Вы чувствуете? Медальон дрожит. Это еще одна маскирующая иллюзия. Я попробую ее разрушить. Дейрхена описывает... Лейта, Айнлаун. Записки Дейрхена о путешествии в Зерикалия. Что это за устройство? Ты сделал все, что тебя требовалось. Получишь награду и... Такую же, как те ученые? Они погибли сразу, как стали не нужны. Они никогда не были нужны, но Цинтия уперлась. Впрочем, они были столь любезны, что окончательно решили свой вопрос без моей помощи. Я не настолько любезен. Адальберт, ты знаешь, что нам нужно. Так точно. Это похоже на прототип мегаскопа. Не думала, что он сохранился. Что он делает? Устанавливает связь с другой личностью на уровне эмоций. Чтобы услышать чужие мысли, достаточно о ком-нибудь подумать. Мечта шпионов. Да. Пора выполнить договор. Что ты знаешь о моем прошлом? Ты был всадником дикой охоты. Я читала рапорты. Нильфгаардской контрразведке нечего делать, кроме как составлять рапорты о ведьмаках? Не о ведьмаках, а о тебе. Ты единственный, кто был в отряде призраков и выжил. Это все? Меня интересуют любые подробности. Еще, не доверяй Лето. Ты думаешь, я доверяю людям, которых преследую? Сейчас он твой враг. Но так было не всегда. Откуда ты знаешь, что я был знаком с Лето? Я читала. Я понял. Но почему ты советуешь его опасаться? Потому что ты мне нравишься.
Какие есть доказательства того, что я был в дикой охоте? Никаких. Но за ложь в отчетах Нильфгаардской контрразведки четвертуют. Что скажешь? Высокодуховная нация. Ты понятия не имеешь, как много людей тобой интересуются. Очень важных людей. Только потому, что я выжил? Тот, кто был призрачным всадником, может стать ключом к тайне дикой охоты. Все это понимают. Будь осторожней. Скажем, ты удовлетворила мое любопытство. Я рада, что смогла хоть как-то удовлетворить ведьмака. Я хотел бы испробовать устройство. То есть ты не хочешь жить долго и счастливо? Если ты еще раз встрянешь, я упомяну об этом в рапорте. Пробуй, если хочешь. Но только один раз. Ты сдаешь Нордлингу государственные тайны. Это ты тоже упомянешь в рапорте? Не сомневаюсь, Адальберт, что когда-нибудь ты станешь командиром группы. Пока этого не случилось, будь добр, не лезь не в свои дела. В параграфе 22 кодекса значится: в случае подозрения в государственной измене командир отстраняется от командования. Первый пункт моего личного кодекса гласит: предателей надо убивать на месте, как можно более болезненно. Этого я не ожидал. Мультиплицированию учат на втором курсе. Я не ожидал, что ты станешь на мою сторону, чародейка. Ну, теперь решай, кого ты хочешь послушать. Потом я заберу устройство. Нильфгаард четвертует агентов за ложные рапорты. А что делают с агентами, которые убивают товарищей? Пока не узнают об этом, ничего. Мы еще увидимся? Я бы не возражала. Я остановилась в корчме. Скажем, ты удовлетворен? Я рад. Я бы не хотел, чтобы ты слушала того, кого я буду слушать. Я не стану тебе мешать. У меня здесь еще много работы. Твоя судьба в твоих руках, чародейка. Моя судьба? Ты обо мне ничего не спрашивал. Все зависит от тебя. Ты не можешь отрицать, что находишься в чрезвычайно комфортных условиях. Не упусти свой шанс. Итак, я слушаю. Я чародейка, советница короля Тимерии. Советую тебе говорить только о том, чего я не знаю. Я надеюсь, ты узнал что-то важное. Жаль, что артефактом нельзя воспользоваться несколько раз. В нем слишком мало силы. Ясно. Спасибо за помощь. Выписки Дейрхена из наставления о мутациях.
истинно говорю вам, отрекитесь от ворожбы! Покиньте башни, разбейте хрустальные шары! Да как они посмели? Я доложу об этом королю Радовиду. Идиот! Их сюда Радовид и прислал! Этого не может быть! Возьми себя в руки! Привет! Надо бы поговорить. Конечно. Развалины могут скрывать множество тайн. Без сомнения. Это был великий, прекрасный город. Идиллия закончилась, когда прибыли войска нордлингов. Ты думаешь, если бы это была армия императора, город бы уцелел? Это ваши короли довели до войны Сайн-Сейтхи. Нильфгаард всегда поддерживал с эльфами мир. Знатно тебе промыли мозги. В Вергене я дал себя провести. Никак не думал, что девушка с таким милым личиком фанатично мечтает завоевать весь север. Издевайся сколько хочешь. Я правда не вижу для человечества иного выхода, кроме единой великой империи. Разные народы под общей короной. С общими правами, с развитой торговлей, промышленностью, наукой. Никаких войн. Звучит неплохо. Скажи, если у вас вдруг получится. Я бы на старости лет с удовольствием пожил в чем-нибудь эдаком. Мы пережили очень интересное приключение, Цинтия. Такие приключения сближают. И гораздо сильнее, чем то в Вергене. Ты получила повышение? Еще нет. Но его императорское величество ценит усердие. А он умеет отличать правду от лжи. Что ты имеешь в виду? Могу предположить, что император понятия не имеет о том, что его доверенная чародейка помогла мутанту убить нильфгаардского мага. Это была успешная и очень опасная операция. Потери в ней были неизбежны. Такой формулировки ему будет достаточно. У тебя есть время поговорить, или ты снова спешишь на задание? Даже нильфгаардский агент должен отдыхать. Ты уже использовала артефакт? Я пытаюсь сделать его посильнее. Думаю, такое устройство может пригодиться. Я нашел кое-какие заметки Дейрхены. Он изучал историю вранов, правда? В том числе. Он несколько раз упоминает об эпидемии. Лок Муинни скрывает больше тайн, чем нам кажется. Наверное, мы никогда не откроем их до конца. Если верить Дейрхене, эта эпидемия была как-то связана с Айн-Сейтхи. Возможно, враны заразились от эльфов. Я не разбираюсь в болезнях, ведьмак. Но, может быть, Дейрхена был прав. И конец цивилизации вранов был гораздо ужаснее, чем нам казалось. Ты знала, зачем мы идем в мастерскую? Не понимаю. С самого начала тебя интересовали штаммы бактерий, которые убили вранов. Точнее, заметки, которые сделал Дейрхена, исследуя их. Это очень опасное знание. Думаю, именно поэтому император так в нем заинтересован. На севере царит хаос. Единственное, чего вам не хватает, так это эпидемии. А она могла бы начаться, если бы книга Дейрхены попала в плохие руки. На счастье, она попала в самые достойные, самые просвещенные руки. К императору Имгиру. Именно так. Мне очень трудно верить твоим словам. Ты пришел меня обижать? Нет, прости. Так что тебе нужно? Ну, мне стало интересно, какая Цинтия встретит меня на этот раз. Шпионка, колдунья или, может быть, женщина? А кого ты хочешь увидеть? Настоящую Цинтию. Предположим, ты говоришь с ней? Ну как? Скажем, она мне нравится. Не умеешь ты делать комплименты. Может, теперь ты скажешь, зачем ты меня пригласила? Скажем, мне было интересно, какого Геральта встречу я. И? М?
Правду поют министрели о темпераменте женщин с юга и об их искушенности. Я люблю все новое. Я заметил. Прощай. Вифейль.